уважаемые гости. В центр зала я хотела бы пригласить наших уважаемых гостей, которые чуть-чуть запоздали. Как величать? Ахмед. Со стороны бабушки Надя. Наталья, это ваши, да, родственники? Просто мне список не сделали, извиняюсь. Так, в общем, выходит сторона невесты. Можно так вас пригласить? Я и Ахмед. Сказали то, чтобы танцевать, правильно? Надо сначала госпошлину заплатить, уважаемые гости, а потом только остаться. Мужчина, Ахмед, вы если не хотите говорить, вы просто встаньте, хорошо? Мы сделаем фото на память, можно? Просто фото. Так, уважаемые гости, вы и будете говорить? Нет, не будете, да? Тогда давайте сделаем фото на память, можно? Фото на память. Вы возьмите мужчину посредине, да, вот чтобы он. А вот еще один мужчина, и еще один. Все, давайте фото на память, и потом, может, кто-нибудь дополнит? По одному слову. Все, мы меня словим. Раз. Что желаю? По одному слову. Что вы желаете своему племяннику? Молодец. Так, вы что желаете? Ну, одно слово. Все, извиняюсь, так. Вы будете говорить? Вы не будете. Так, танцуем. Тогда танцуем. Если не умеете петь, то значит вы умеете красиво танцевать. Так, уважаемые сватья, для вас звучит эта музыкальная композиция. Thank you.
Жінато буде, ближе курди, жінато буде, без мови ту мажія, без мови мелода. Шаржавай, а я в том толцадай.
спасибо вам большое. Присаживайтесь на свое место. Потом изюмки, потом скажете. Присаживайтесь на свое место. Уважаемые гости, кто еще хочет приз? Кто хочет? Вы хотите приз, да? Пойдемте. Вы просто стоите. Нет, вы хотите приз. Yeah.
Так, кто еще хочет приз? Так, этот мужчина хочет приз. Идем. Запустите, если ты сами не выходит, мужчина хочет. Как вас зовут, уважаемый? Сулейман. Вы хотите приз? Хотите, да? Хочет он приз. Так, Зиночка, передайте, пожалуйста, наш главный приз сегодня какой-нибудь. Зина, так знаете, отпущите, отдайте нам. Сулейман, мы вас поздравляем. Можете присесть на свое место. Мы очень рады, что вы получили главный приз. Зина, я вижу, у вас слезы собрались на уголках глаз. Вы плачете. Вы не расстраиваетесь, потому что Шамал танцует для нас. We'll be right back.
гости активные, эмоциональные и танцующие. Ну идемте, скажите, вы дошли и вспомнили что-то, вы мне не досказали. Давайте, вы со мной, вы теперь будете всегда со мной рядом ходить. Жена нету рядом? Нету, да, ну и хорошо. Уф, расслабилась, такая ногу отпустила. Ну, как всегда, на вечерах шутят же. Слово предоставляется. И приглашается центр зала. Жанель, Айша, Сулейма, Гунеш и все остальные. И также Кырмыз, Хават и Тунтуй. Есть такие девочки? Мальчики? Есть, есть. Ну, там мне сказали, вот написали, сказали, и все остальные, я не знаю, кто там все остальные, и все остальные. Сулейман, Гунеш, Кырмыз, здесь, Хава, Тунтай, Тунтуй, Тунтуй, да? Тунтуй. И, конечно, во главе Джамала. Так, уважаемые, прекрасные дамы, девочки, Зиночки, вас попросить чуть-чуть вперед. Нет, вы же фотографироваться должны. Фото на память должны. Аргун. Вот моя сестра Аргун. Ей желаю Аргунке и Мемету, чтобы у них не только внук, чтобы у них и внучата появились, и чтобы они жили долго, счастливо, и чтобы они были прадедушками, бабушками, чтобы никогда не болели и всегда, чтобы были такими веселыми и красивыми. Пусть будет внучок ваш, правнук, здоровым мальчиком, пусть растет и будет самым примерным мальчиком на вашей улице. Мы только будем за него радоваться. Хады кунепи. Все, остальные все это со мной не разговаривают. Музыку давайте. Молодые слухи, да? Старший сказал хватит. Джамал. Так, уважаемые гости, Жанель, вы слово сказали? Вы сказали, да? Так, остальные все молчат. Так, все вы должны сказать. Вы, она сказала уже, да? Все. Уважаемый кумарья, вы готовы воплотить свое желание в танце? Готово. Шанель вообще думает, я сейчас пойду.
ворожам ворожат. Наверное, на тюрьму это так. Слово рвёй концерт. Если мне дал Майдан, что за мною так?
спасибо большое вам. Присаживаемся на свои забронированные места. Я хотела бы пригласить старший кума, Кызыл Дыхан. Есть такой? Буля, Фатима. Уехали? Обидели, слово им не дали, да? Они даже не поняли и ушли. Уважаемые гости, давайте будем торт заносить, да? Именинный торт, сладкий, сладкая церемония называется. Уважаемые гости, все сказали тосты? Может, кого-то не вызвали, слова не дали? Ваш стол давали, просто мне тут список, может, не до конца? Сейчас, можно пройти? А покупай соседей. Не имей 100 рублей, а имей 100 друзей. Но сейчас в наше современное время, мне кажется, надо иметь 100 рублей и одного хорошего друга. Но все равно, так как у нас наши уважаемые хозяева этого вечера очень общительные, очень такие доброжелательные, я надеюсь, у них очень много друзей, подруг. Уважаемые хозяева, Надя, Надюша, мы слово предоставляем вашим соседям, вашим друзьям. Можно, да? Я в центр зала приглашаю соседей и друзей, семьи. Мусты углы. Уважаемые соседи, выходите. Можно 10 раз вас не приглашать? Друзья, уважаемые наши соседи, подруги, друзья. Правильно я говорю? Правильно. Так, давайте мы соберемся кучнее. Давайте, кучнее, красиво станем. Соседи должны всегда показывать себя. Девочки, покажите, какие вы. Говорят же, какие соседи, такие хозяева. Какие хозяева, такие соседи. Я надеюсь, соседи очень хорошие. Очень такие доброжелательные. Правильно, девочки? И подруги тоже, да, здесь собрались? Так, уважаемые, милые, очаровательные девушки этого вечера. Я не буду говорить, кто у вас смотрящий вашего махали, как говорится, вашего округа, вашего района. Ну вы мне так тихо втопните пальцем, она смотрящая. Кто у вас смотрящий? У нас смотрящая. Да, сразу же видно, что она смотрящая. Как зовут? Любочка, да? Так. Уважаемые гости, здесь сегодня собрались самые верные, преданные подруги, друзья, соседи. Слово предоставляющее смотрящие этого района, Махали, округа, Любайши, Любочки, Любовочки, Любаши, Любочки. Он же как, он же Гоша, он же Георгий, он же Жорик. Вы будете у нас Люба, Любовь, Любочка, как любимая. Вам слово предоставляется. Вы начнете, остальные вас поддержат. Амирчик, бабушка, поверни сюда своего внука. Я желаю все, что он сам, чтобы он вырос на Аргуле. А тебе и твоей семье спасибо за такое торжество, за такой праздник. А твой внук, чтобы вырос, ты его женила, а потом дальше посмотрим. Дай Бог всем счастья, всей твоей семье. Первый день рождения, наверное, главная жизнь. Мы поздравляем этого чудесного малыша. Желаем радости, веселых дедушек и бабушек, отличного здоровья. Остегомник мальчикам. Пожизненный путь этого ангелочка освещает самая яркая звезда, а ангел-хранитель будет всегда за его надежной спиной. Девочки, все что ли? Вас так много, а вы так мало говорите. Нигар, вы так красиво говорите. Ну, дополните что-нибудь. Можно вам говорить? Можно, да? Что мне вам пожелать, Аргуля? Поздравляю
внука с днем рождения. Желаю ему счастья, здоровья, успехов, благополучия. Чтобы он вырос вам на радость большим умным мальчиком. Девочки, вы все сказали? Может, что-нибудь дополним? Давайте фото на память сделаем. Встаем. Фото как бабулечка. Стоите. Мы сделаем такой коридорчик. Давайте сделаем так две стороны. Одна сторона сюда и одна сюда. Поделимся. Давайте поделимся сюда. А теперь у нас, уважаемые гости, будет самый главный, главная церемония. Это вынос сладкого торта. Вы знаете, что на каждый день рождения должен быть всегда сладкий торт. Поэтому давайте мы, давайте я хочу. Время медленно шагает, и всего один раз в год. День рождения ее бывает, и его ребенок ждет. Он мечтательно вздыхает и тихонько напевает. С днем рождения меня, с днем рождения меня. С днем рождения, с днем рождения меня. Пускай ваши года прибавляются, приумножаются. Вам после говорят же, у вас есть лялька. А теперь дай Аллах вам няньку. Пускай ваша семья расширяется, увеличивается. А пускай наши прабабушки и бабушки. Бабушка остается такой всегда красивой, очаровательной. А прабабушка, чтобы всегда принимала роды и всегда так на праздниках бегала. И чтобы, дай Аллах нам с вами встретиться теперь на свадьбе у вашего внука. Бурные аплодисменты! Ты видишь? Они не кушают, не пьют. Вот, давай. Вот она обычай. Кто углядел обычай? Где наркой? Так. А еще нету? Еще вечер наш не закончился. Гости есть, которые запоздали. Так, уважаемые кумовья, вы сидите такие без настроения, ничего не кушаете, ничего не пьете. Знаете почему? Нет, говорите почему. А почему вы не кушаете? Просто лежит, там видишь, красные платочки, ждет.
Анигин, пока наша машина, джип не принесет, мы никогда стол не открываем, не будем пить и кушать. Вот. Они просят, не знаю, чем там просят. Джип просит, Мерседес, Паула, что там есть. Не знаю, что они хотят. Еще товарки с Киргизии. Вот, они вот за это. Они пока это не будут открывать. Ага, все, поняла, все. Так, что вы хотите, кумарья? Джип? Геннибайкер? Так, уважаемый кумовья, тут стоит прабабушка с подарками к вам. Вы готовы принять подарки? Готовы. Так, давайте. Так, хороший цвет. Кумовья, вы довольны подарками? А что вы хотите? Танцевать хочет он. Они, я думал, сейчас они Мерседес привезена. Скажи, Мазар Карлович, до утра будут танцевать. Ура! Все сказал, танцы. Вы хотите танцевать? Для вас специально звучит музыкальная композиция.
Yeah.
пожалуйста. Я опять рада вас видеть. Я думала, косты закончились, но оказывается, не только начинается. Уважаемые гости, я прошу вас прощения. Хотела бы пригласить в центр зала наших уважаемых бабушек. Надины бабушки. Есть здесь? Надя, ваши бабушки где? Покажите. Бабушки. Надя, бабушки здесь. Вот бабушка сидит. Она весь вечер смотрела, наблюдала. Да. Теперь она должна выйти и сказать нам все. Уважаемые бабушки, давайте время не будем тянуть. Выйдите, пожалуйста, в центр зала. Бабушки, вы же красавицы, вы же пионерки были, комсомолками были, а теперь вы самые прелестные, самые очаровательные женщины в этом вечере, на этом вечере, уважаемые красотулечки наши самые выражительные. Слово предоставляется вам. Мы, вот говорят же, самые последние говорят звезды. Ну, после вас еще дадим слово опоздавшим. Но так как мы вам не дали, мы вам даем предпоследними. Так как вы самые. Бабуля, вы. Так, давайте, вы начнете говорить. Бабуля, поздравляю с днем. Станет мужчина. Чтоб, дай Бог, бабуля в доме был в жизни, а не в семье, радовались вместе со своими правнуками. Спасибо большое. А вы? Так, вы желаете своему внуку всего-всего? Всего-всего? Самого наилучшего. А теперь, как сказали, так и станцуйте. Веселую. Какую? Узбекскую? Oh,
Get
Let's